Игру оценим хорошо, все бились, все работали на команду. Просто старался не выпадать из этого и помогать, чем могу. Дебют в южноуральском дерби, то есть игра принципиальная, игра с повышенным накалом. Как-то это давило и ощущалось ли это извне, с трибун? Особо нет, давило просто то, что первая игра у меня и большая ответственность, и просто хотелось показать и быть полезным, да, все. Все ли сегодня получилось? Нет, не все, можно лучше, конечно, играть индивидуально. Команды, в принципе, хорошо сыграли, много блокировали бросков, не пропустили ненужные шайбы, забили все, что нужно, выиграли. И перед несколько важных матчей на выезде, как настроены предстоящие игры? Хорошо настроен. Будем стараться, будем также выполнять тренерские задания и играть все 60 минут, стараться.